Сейчас мы посмотрим машинку под капотом, каким должен быть правильный атмосферничек, ничего лишнего, машина каждый день, никаких нулевиков, убивания колец и поршней, ресивер переваренный, раньше вот это вот стояло здесь, паук 4.1. Из сделанного что тут? Убран недоход поршня. Головка расширошены каналы на 32 миллиметра, по-моему. 35 это дохренища, очень сильно много. Объем 1.6. Ряд R1. Блокировка, копеечный редуктор. Усиленная эластичная муфта с Нивы Шеви. Резинку, правда, вот снял. Задние стояли тоя, вообще не буксовали. Машина намного лучше уходит. Спорит с очень многими приорами, шестнарями, со всеми, с навалах тоже все. То есть ничего лишнего, машина на каждый день. Никаких жестких пружин и всего остального, просто заниженная подсветка, подвеска, глушитель обычный приора, правда весь на 51 трубе глушитель, но баночка обычная приоровская, ничего не вырезалось с нее вообще, и ехать стало лучше, чем был полностью прямоток, это факт. 120 лошадиных сил на стенде показала. Вот только бумажечку у меня спиздили эту, блядь. Масло кушает как положено. После 6000 начинает брать, чтобы мотор не грелся, не клинил. Расход 7,5 литров по трассе. Можно ехать 150, 110, 120. Расход 7,5. Ну, если топить в тапку, то где-то при 180-90 расход литров до 15 возрастает. В общем, все.